Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре финиширует спортивный фестиваль «Спорт во всем». Самарская теннисистка сражается за Кубок Канады. Тольяттинец выиграл международный легкоатлетический марафон. Юрий Чечин финишировал первым на международном марафоне «Европа-Азия». Это его уже третья победа подряд. В Екатеринбурге за медали бежали 5000 любителей и профессионалов на дистанциях 3, 10 и 21 километр. Классический марафон 42 километра и 200 метров тольяттинец преодолел за 2 часа 18 минут и 20 секунд. Своего ближайшего конкурента он опередил на 22 секунды. Чечун выиграл параллельно и Кубок России. Среди женщин третье место заняла тольяттинская спортсменка Наиля Юламанова. Анастасия Павличенкова в первом круге теннисного турнира в Торонто, Канада, разгромила француженку Ализе Карне со счетом 6-0-6-1. Пока самарская спортсменка занимает 19 место в рейтинге Международной теннисной ассоциации. Следующей соперницей Павличенковой на этом соревновании будет теннисистка из Чехии Каролина Плишкова. В Самаре на пляже под полевым спуском заканчивается спортивный фестиваль «Спорт во всем». Посещение площадок с питьевой водой, Wi-Fi и спортинвентарем бесплатное. В 9 утра каждый день зарядка и йога, после обеда проходят тренировки и мастер-классы по разным видам спорта. А в половине 10 вечера работает кинотеатр под открытым небом. На этой неделе можно посмотреть фильмы «Хоккеисты» и «Тренер». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!